Георгий, прошу. Так, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Непосредственно, сегодня такая игрушка, необычная даже, правда, для моего канала. Бывают такие необычные игры. Итак, October Night Games. Хранить этот мир или отдать его великим древним? В October Night Games вам предстоит сыграть роль культиста по одному из сторон конфликта. Собирайте ингредиенты для ритуалов, заключайте сделки с неописуемыми сущностями, ищите союзников, готовясь к эпичной развязке. Это непосредственно вот то, что я прочитал в Стиме в начале. Что же все-таки игра представляет? Она представляет, ну вы, наверное, играли такую, слышали, либо играли детективные игры в духе «Мафия» и «Вервольф». Вот. В начале игры вы выбираете одного из шести игровых персонажей по своему вкусу, от зловещей кукольницы мадам Менделеп до безумного монаха. Также подбираете себе фамильяра, кота, змею, собаку или другое животное. После этого вы боретесь за выполнение уникальной игровой задачи. Несмотря на то, что все игровые персонажи Night Game тесно взаимодействуют между собой, вы этого не знаете, а между тем от вашего решения зависит исход великой игры, а значит судьба всего человечества. Я непосредственно посмотрел игру, думаю, почему бы не попробовать, не поиграть. Фуллскрин. Зачем? Почему мне... Не знаю, зачем мне делает всегда именно в окне, в окошко, да, с полями. Довольно-таки прикольно, такая, знаете, в старом стиле, в старой манере, да, как будто мы перенеслись в далекое прошлое. Итак, да, нужно посмотреть, здесь вообще должен быть русский язык, но что-то мне подсказывает, что его нету. Да? Да, можно, кстати, ретро-эффект, да, включить такой. Да, слушайте, походу русского нету. Вообще она на русском языке. Странно. Так, сейчас. Секундочку. Да, как оказалось, то, в общем-то, я был прав. Она в Стиме будет с русским языком. Но очень странно вообще, когда бетка ее дают, и будет, да, в это, при выходе 28 октября выход будет этой игры намечен, и русский язык присутствует. Когда дают для записи, да, почему-то русского нету. Вот. И при этом я пытался там найти в настройках, как это поставить, да, по умолчанию, какую версию выбрать. Ну, это одна из причин, была такая проблема с Совет Республик, по-моему, да. Когда включаешь, и первый раз, когда она только появилась, включаешь, она на английском. Вот. Нужно было специально зайти в управление файлами в настройках Steam и там поменять на русский. Но здесь такого нету, не знаю, как, почему. Давайте просто тогда посмотрим, на самом деле, я не буду читать ее, в общем, переводить здесь очень много всякого всячина. Давайте просто взглянем на нее, да, и что из себя она представляет. Но вот выполнено, как я и говорил, в таком старом, ну, Распутин, а-ля Распутин. Вот. Раскольников, да, Гоголь, ну, вот такая, да. Не знаю почему, но вот что-то они мне даже лезли, вот этот Раскольник. Значит, ну давайте такого, там, я не знаю, с котом, да. Помните, да, кот Бармот, по-моему, это было в Мастера Маргарите. Да? Кот Бармот. Итак, ну давайте рандомно вот так вот возьмем, пойдем, значит, сюда. Здесь, опять же, мы выбираем, с чем мы будем, я так понимаю, чем мы будем заниматься, и какой-то наши будут плюсы. И я сейчас непосредственно сделаю, опять же, такую
маленький обзор, поскольку есть демка, да, и демку, если кто захочет, может скачать ее и сам опробовать, если вы, опять же, хорошо знаете английский. Либо позаморачиваться, да, с переводами и так далее. Вот, может быть, еще раз, в очередной раз меня, может быть, конечно, спросят, почему ты выпускаешь игру и не чтобы позаморочиться переводом. Надеюсь, это всегда, как всегда и везде, да, что непосредственно для того, чтобы заниматься вот этим делом, это нужно время. Вот. Если бы я занимался только каналом и была такая возможность, я бы тогда сидел бы, да, и посвятил день рабочий переводу этой игры, части, да, и рассказывая всего этого дела. К сожалению, нет. Можете, да, если опять же, можете помочь. Сейчас запустил непосредственно в описании, там есть сервис Boosty на постоянной основе, да, вы можете, будет присылаться от вас поддержка. Там минимально всего это 50 рублей, и, ну, сумму вы можете сами выбрать любую, и там некие плюшки будут. Вот. Так что, да, поэтому сейчас пока нету, и я вот, собственно говоря, просто сейчас будем обозревать, что это такое, да, и какой, ну, вообще геймплей. Да. А вообще, на самом деле, по трейлеру я видел, какой дисплей, вот, и тут непосредственно нужно выбирать одно из... Да, что мы будем, собственно говоря, заниматься, да? Я так понимаю. Ага. Так, you can petro, ты. А, перенеси розу на ритуальную доску. Я так понимаю, да? Ну давай вот так вот. Так. Перформ ритуал. Ну давайте ритуал выполним. Мастер. Неужели это вы? Да, прикольно, слушайте, вот такая рябь, да, вот всякие мерцания, вот это вот, да, старый такой добрый-добрый, пинцом, да. Вот, здесь непосредственно нам рассказывают историю будет, что, куда, чего и почему. И вот такая вот карта, будет локация, мы опять же можем, опять же, со всеми будем, скорее всего, вести диалоги, искать либо врагов, либо союзников, как там предполагается. Либо это нож, да, кого бы вздернуть. Да. Ну давайте, да, ритуал. Дропа. Ага. Блин, нам что-то, короче говоря, в минус. Это, да. Нам это в минус. Так, ага. Тут мы какого-то повстречали чудика. Да, и вот такая вот боевочка будет. Мы будем непосредственно воевать именно вот в такой манере. Ну, как вы слышите, музыка довольно-таки, ну, приятненькая, назойливая. Можно, конечно, ну, опять же, я сейчас методом, так сказать, пик и исключением это все сделаю. Что нам? Ну, давайте. А, это он уже, да, выходит? Угу. Да, и скорее всего здесь нужно... Да, мы разложили типа все эти виртуальности. И, так понимаю, магия. Да, вот такая вот магическая битва будет происходить. Да, либо мы опять же проиграем, либо выиграем. Есть опять же карта, да. Да, видите, мы обратно вернулись. В принципе, она довольно-таки неплоха. Ну, как вот внешне, да, даже идея непосредственно, что будет здесь происходить. Я буду, наверное, скорее всего, дождусь 28 числа, именно октября, который сейчас вот будет. И, скорее всего, когда уже будет уже, да, с русским языком, и русский язык, я надеюсь. Может быть, опять же, разработчик это в конце добавляет перед выходом игры, уже непосредственно ранний доступ выйдет. И, наверное, скорее всего, тогда будет добавлен русский язык. Поэтому я уже запущу ее, да, и немножечко в нее походим. Вот. Повыясняем, что это, чего это. Если, опять же, судить по тому, как описание, что это наподобие мафии и Wolfenstein, или как-то там, да, Wolfenstein.
Здесь, скорее всего, надо будет, да, против нас будет строить козни, всякие вот эти вот нечистим. Вот. А также здесь процедурно сгенерированный нарратив, точнее, да, увлекательный, в общем, делает очень увлекательным и напряженным действием, полным непредсказуемых сюжетных витков и интриг. А из особенностей это, в общем-то, сгенерированный нарратив, где происходят случайные события в духе произведения Лавкрафта. Кстати, Лавкрафта, это мы был на канале, такая игрушка тоже, вот именно в духе произведений Брэма Стокера и других классиков хоррора, а также реальных оккультных практик. Колоритные игровые персонажи, вы можете играть безумным еретиком непосредственно, да, вампиром, ведьмой и не только. У каждого персонажа есть уникальные способности, например, умение создавать астральные проекции или пить жизненную силу. Следующие магические питомцы есть непосредственно, как вы видите, у нас, по-моему, там кот. Мы можем взять в помощники со своими маленькими талантами верного пса, в общем, летучую мышь, сову алхимика, причем сову алхимица, а мышь сплетница. Вот, летучая сплетница. Ну и так далее. А социальная дедукция. Угадайте, кто друг, а кто враг. У каждой команды культистов есть три артефакта. Волшебная палочка, книга и лампа. Играющие разные роли в великой игре и помогающие определить, кто есть кто. В общем, разнообразие локаций. Можно, опять же, посещать всякие, в общем, город, кладбище, лощину. Вот, и мы всякие ингредиенты можно добывать, оккультные, для оккультных, значит, ритуалов или алхимических опытов. И призывать ужасающих тварей из бездны, просите помощи у стекшего слизью Ктулху, бесформенно клубящегося в центре вечности, азота, а то и у кого похуже. Вот. Практикуем магию, экспериментируем, в общем, со всякими вот алхимиями и эликсирами и так далее. Сражаемся, давая отпор нежити недовольным согражданам. Выживаем, в общем, выживаем, да, в этой нелегкой схватке. Ей можно проходить как и соло, так и мультиплеере. Вот, в общем, да, если это мультиплеер, будет, кстати говоря, тоже неплохо, да, в мультиплеере поиграть, если вот опять же собраться так компанишкой. Вот, не всегда же получается, да, в разных, например, городах людей или странах даже уже играть, здесь поиграть. В общем, окунитесь в эпоху вручную тонированных немых фильмов и саундтрек в стиле старых хорроров, записанный с использованием живых винтажных инструментов, дульцитона и целлисты. Играйте снова и снова, каждую игру вас ждут новые комбинации персонажей, плееров и событий. Вот такая вот игрушка, я уже не буду, значит, долго на ней акцентироваться, да, поскольку, ну, это просто картинка, и понятное дело, что вам не совсем интересно на нее смотреть, наблюдать, но мы непосредственно потом с вами это будем смотреть, проходить, если, опять же, вы не захотите сами опробовать демку, да, а дождетесь, и когда уже появится русский язык, я уже это немножечко покажу, там пару-тройку серий, да, уже на русском языке, и будем делать. Сейчас идет ход уже вот других игроков. Я специально поставил end, ну, конец моего хода был. Дальше ходят остальные 5 игроков. 4, да? 5, прошу прощения, да. Ну и следующий день наступает, вот. И следующий день, опять же, мы уже ходим, да, и мы можем, опять же, ритуалы, алхимией заниматься, дедукцией, либо, опять же, уйти. Ну, видите, нам предлагают либо сюда уйти, либо, опять же, пойти, например, на кладбище и взять Dead Heart, то есть Heart, да, это сердце, что-то плохое, Dead, плохое, да, или мертвое сердце. Вот, мы, скорее всего, будем это брать какие для ритуальных услуг. Это все дело пойдет. И да, видите, на нас будут опять же нападать некие нежити. Ну а потом мы, когда наберем уже довольно-таки большое количество
всего мы уже сможем, да, сможем непосредственно сделать какой-нибудь эликсир или еще чего похуже, да, где мы можем непосредственно вложить его из пистолета, херак или еще. Да, проще. Самое простое, да. Зачем магия? Вот. И потом уже можем, опять же, поколдовать над кем-то или над чем-то. Вот. Так что вот такая игрушка. Да, понимаю, что это не совсем показан был геймплей, да, какой есть, существует в данной игре. Но, на мой взгляд, довольно-таки очень занимательно. Жаль, что я говорю, что вот это вот на присутствие русского языка пишут, что в игре будет и есть. Да, а когда я вот говорю, разработчики дают ключи, я вот захожу, и очень часто бывает, что это вообще на английском. Вот, именно демку, которую дают разработчики для каналов, и она вот почему-то иногда бывает, что раз, и только на английском. Вот, так что на сегодня все, пока-пока. С вами был я, Мастер Квартиры 1. Ну, лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Пишите, да, какие у вас впечатления об этой игре. Вообще, первое впечатление вот именно по картинке, по тому кадру некоторых вещей, которые я вам продемонстрировал в боевке. Или, ну, опять же, я могу продемонстрировать там ритуалы. Ну, скорее всего, это тоже, опять же, да, нужно будет понимать, что куда смешивается, да, или, да. Видите, ну мы не можем, да, вот ведь это нужно, опять же, немножечко, скорее всего, либо прочитать, либо понять вообще, зачем оно служит, видите, вот. Ну, скорее всего, да, видите, на выходе должно что-то быть, а, ну это нужно понять, что туда смешивать, а то я тут сейчас намешаю и вообще игра сорвется. Все. На сегодня все. Пока-пока. Да. Не переключайтесь.